Я знал, что будет нелегко. Моя семья через многое прошла. Чем больше бьют, тем сильнее даешь отпор, я понимаю. Погнали! Но сейчас ты получаешь слишком много ударов до конца боя. Ты не можешь дальше так драться. Подумай о ней. Знаешь что, милая? Люблю тебя, люблю тебя. Такой предсказуемый. Блин. Чемпион мира в полутяжелом весе Билли Хоут. Я всем обязан своей жене, Марин. Эй, Билли, уже уходишь? Не останавливайся. Да ты никогда мужиком не был. Билли, не надо, идем домой. Я заберу твой пояс. Билли, стой! Мила! Нет, 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 нет! Нет, нет, нет! Фильм Антуана Фукуа, режиссера «Великого уравнителя». Суд знает о трагических событиях в вашей семье, мистер Хоуп. Тем не менее, вы продемонстрировали опасное поведение, когда у вас была опека над дочерью. Пап! Тебе нужна помощь, Билли. Тебя отстранили на целый год. Это означает нулевой доход. Права на опеку остаются у социальной службы до тех пор, пока отец не докажет, что способен быть ответственным родителем. Милая. Я хочу к тебе. Прости меня. Нет, не надо, нет. Папа, я хочу жить с тобой. Я хочу к тебе, папа! Пойди с тобой. Нет, друг. Я должен сам. И что же привело к нам Билли Хоупа? Мне нужна работа и место для тренировок. Местные правила не для тебя. Я не могу потерять дочь. Я готов на все. Помогите мне, пожалуйста! Я понимаю, ты на меня злишься. Ничего ты не понимаешь! Она не хочет вас видеть. Передайте, что я люблю ее. Пусть ненавидит тебя, ей будет легче. Не хочешь отстоять с вами? Думаешь, ты сделаешь мэджика? Без тебя нет. Я буду драться. Я верну себе дочь. Есть ли у Хоупа шансы на победу? Джейк Джилленхол. Все ставки против Хоупа. Форестер Уитакер. Билли Хоуп не победит. Билли Хоуп выдохся. И Рэйчел МакАдамс. Это твое время. Твой момент. Ты сам управляешь своей судьбой. Левша. Автор сценария Курт Саттер.